А в Актобе продавцы автозапчастей вышли на митинг. Они требуют, чтобы их рынок открыли. И крайне возмущены тем, что другие их конкуренты работают беспрепятственно. Более 50 арендаторов Кёль-авто собрались у здания администрации рынка. Продавцы говорят, им уже не на что кормить семьи. А акимат должным образом не реагирует. Как оказалось, 4 мая после длительного простоя рынок открыли, но через 2 дня снова закрыли. По словам администратора, комиссия посчитала, что объект был открыт незаконно и выписала штраф. По словам же главного санврача города, объекты с такой большой площадью работать не должны. А между тем, едва ли не по соседству, процветает другой рынок автозапчастей. Денег нет, маленькие дети у всех почти, кормить нечем уже. Мне лично 42 тысячи не платят. Если закрывать рынки, значит, все закрыли рынки по городу, закрыли, никто не работал. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача, вообще планировались все рынки, в том числе рынок по продаже автозапчастей, открытие с 18 мая текущего года. Но в связи с приростом заболеваемости, именно 20-й недели, более 7%, в связи с этим решено отложить, немного позже будет, планируется открытие немного позже.